Да, техника едет на нас, по-моему. По-моему, по сотке едет, слышите? А. Вест, это ты? А зачем? Ты БТР 70? Нет, 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 а вот я на... Дал метку, метку дал, дал метку, где он стоит. Даже поточнее. Я тут сюда свалю нахрен. Заметь. Спустился чуть пониже. Что траба у тебя, видимо, позади это бэт. Он смещается. Блин, он к нам едет прям. Он на меня едет. Он у нас, он у нас. Вот ты вниз смотри, чтобы пехота не подошла. Да, я вверх смотрю. Я вверх. Вижу его. Начинаю работать. Смещается. Наша бах, наша. Тут пехота где-то, наверное. Водник у них обычный или что с чем? Обычный вроде бы. Краб, тогда стой, смотри эту гору, вроде ничего не угрожает. А я отходился уже. Да. Я смотрю берег. Паша, у вас там пехота, то уже на позициях или нет? Я ее потерял, я не видел. До ношу. Я предлагаю Весту до сюда к нам загнать, пускай тоже туда смотрит. Да, Весту не надо, тебе кататься опасно. Ну, у нас, скорее всего, пехота сюда не полезет. Бетер сожгли, они поняли, что это палец гору.
слабее лавки. Я пойду обратно вернусь на свою наблюдательную, посмотрю. Это не мы. Понятно. Ты на западе, где-то на берегу. А что там? Краб. Че? Нет, далеко, а, далеко. Все. На том, на той стороне. О чем вы? Что там? Товарищ одиночный был на западе ровно. За 48 где-то. Высота. Я сдумал всех. Пятая высота движения, верхушка. Один человек двигается с юга на север. Два человека. Вот если можешь. Двигаются к Паше. Паша двигается на север. Плохо можешь вижу, работать. Поэтому пока не будет, но работаю. Нет, он опять убежал. На север от меня? На юге, на юге. Бегают по вершине 55-й высоты. Один остался, пошел к тебе, один вернулся. Понял. Thank you.
стреляли, я не видел. А кого-нибудь убили? По-моему, первый, по которому я стрелял, убили, остальных я уже просто... Панзай, смотри в берег воду. Мне нужно не стрелять в магазин. Мне нужно дострелять в магазин, поэтому не бывает, сейчас я работаю еще. Сейчас скраб все фраги соберет. Хорошо, правда. Да. Вот чуть дальше, рыжие кусты, там враг был. Как ты видишь? Читер. Вообще. Издалека всегда видно лучше. Я с читами проскакиваю. Обмазался читами. Да не пройдут, видишь. Я надеюсь, что Паша... Там Хьюман, да. Трабл Хьюман на КВ? Да, они рядом со мной. А патент ты побежал? Да, я тут смотрю перед... Зону покинул. В зоне там же что-то самое, флайер сидит. Этот сам. Я давно ушел в мои метки уже. Мне 10 наверное как переставляют. Абазон, если тебе делать нефиг, смотри север. Там это. Может оттуда прям. Понял, сейчас. Еще лучше возьми бинокль и сядь рядом с ушкой. Да я тут вышел на позицию, видно вот эти камушки, которые берет. Паша, севернее нас бег. На гребне? Азимут 350. Это не опоздал? Да я вас с ёлочкой. Хуешь сейчас, видите? Покуешь еще. Ляк. Так форма у них темная, не такая. Ляк. Все понял, вот это. Тут просто отсюда хорошо видно, то есть побережье и... Откатывайся обратно, чтобы побережье смотреть. Север, там метки враги, враги. Ну я смотрю, что там метки враги, враги. Может, будешь вслепую поработать туда? Нет, нормальная позиция, это
нормально. Сейчас просматриваемся, там уже ничего не видно, дальняя видимость не попадает. Да, там сектор не видит. А связь с другими отделениями есть, наверное, вот? Нет, ни с кем нет. Там мог противник тебе бегать, наверное, в этой корне, да? Там они выдали тут. Не, мне нужно, чтобы кто-то смотрел эту сумку. Я не вижу. Там мы сам остался живой, походу. У меня, слышишь, Хуман, прямо у нас 100... Я не на вас. Убил его. Он бежал к нам с юга на север, прям по черевьёвке. Неужто? А ещё огонь? Всё плохо. Вау. Чё убили? Пашу. Я даже вспышку не видел. Плевать, уже завершать, это говно. А чё такое? Кто карты делаешь? Говно, говно. Говно низко, ничего не настраивается. Свои убивают. Свои убивают. Триггеры как-то вообще странно стоят. Ну и вообще меня взбесило то, что, блин, договаривали, что... Союзники дауны. Да, союзники дауны. Договаривали, что они, блин, пойдут это... Короче, виноват автор во всём. На вост... Не, ну в этой совокупности вообще миска и сама уже на... Она сейчас смотрит, будет стояние на угре. Он посмотрит, где Шульман, он, блин, дальше фиг пройдет. Вот он, может, там будет. Не, смотри, заваруха. Там трое пошли уже. Да, и эти ДВшники вообще, чего они там делают, я так и не понял, короче. Тим-киллеры, блин, еще. Ужас. Ну, миска мне это не нравится. Надо как-то переделывать. Качество, что. У обороны техники много, у нас какой-то сраный БТР. Да, еще БТР. Ну блин, хочешь ты сделать 2-4-2? Возьми БТР 90, убери у него все с него и поставь. Да можно. Нет, просто БТР 90 запилить и все. Ну, в смысле, если он хочет именно шок с пушкой, отними у него этот, как его, ПТУР и. Да не, ПТУР пусть. И теплак, и все. Нормально. Вот теплак пусть. Да нет, я не лез еще. Пурпл, ну ты как не заметил-то? Так-то. Перед тобой. Так я потом уже... Я смотрю, морда лежит. Так и знал, что этот... Так я бросил гранату. Чё Гонза убили, ну как так? Гонза, как так? Да я видел рожу, я под этой, пока вы только сообщили. Чё, Гонза, мы с тобой теперь на стороне будем, наконец-то, одной? Ну да. Ну, кайф же. Чё, я как увидел, что ему я с Гонзой буду, я сразу голосовать. Сразу ливнул, да? В смысле, Гонза наши. Да, вторая. Титушка. Там и Шульман за нас что будет. Либо я поглотит два отряда. САС уже поглотили. Ну что там за балбес вылетел из полива? Еще какие-то были, мы их тоже получили. Кузьма и Ефремов. А, отстрел вот точно. Да, отстрел. Да. Паша, давай, вступай. Да, обязательно. Сдадим тебе должность. Админа. Я вступлю, сразу выеду. Настрели. Будешь. Блин, как глупо. Ну, как так, Паша? Помогатчика. Это быть без отряда не модно. Ой, по ворону стреляют. Вот. Будешь в отряде, будешь стильным. У меня отряд мало человек. Какого ворона, да? Да. Чё, пойдёшь на 28? Наверное, думаю. Я тоже хочу. Если будет. Где смотреть? Ну чё, у вас там нет? Не будут прокатить. Я не знаю, но как бы есть, должен. Не знаю. Время удобное. Шульман тут такой. Шульман разговорен. Он просто говорит. Чё за дело, в камень стреляет? Нет, не получилось. Это масленок. Нет, уже нет. Шульман? Что у нас тишина какая-то на ДВ? Все сдохнут. Ну, да, мне, я как сказал, что это идем помогать Бисмуту.
Так меня и убили. Так они там и остались. Да. Ясно. Меня а ты посмотри, вообще не по плану у нас в третье отделение ДВшников пошло. Они вообще не высадились там на востоке. Да, да, по плану у нас чувак вылетел и спалил стрельбой из бота. Точно, тоже все наше направление. Слушай, а тебя-то когда ёбнули? Мы это самое. Чего, чего говоришь? Меня как? Не-не-не-не. Парпула. Вот когда я с него залутал РПГ и вверх пополз, я мы даже не смотрел услышали карту, и по мне из соседней елки пацан выстрелил. А этот не убил, значит, не того, я же и гранату и кидал-то. Угу. Миссия говно. Как говняная миссия, короче. Вас вот на чем? Бля. Только ваши кем не нравятся, там миссия говно. Да, не слушайте. Родина дала им хорошие калашки, а они. Атаки стамину, пожалуйста. Да, и нормально. Бегайте, опоздан то вообще просто Рэмбо. Не надо. Полный раз бегает среди врагов. Кошмар какой. Монстры бегут друг на друга. И вообще насрать. Чего так долго атаковали? Ну вон ворон тоже так же бежит. О, чё, флайер отъехал? У меня краб, блядь, завалил. Краб завалил, тимкила, ещё и отряд. Чё, с ротацией бегали? Игрались. Чё ж ты по ротации за другую сторону буду? Он говорит это. Бонзай, что ты бежишь? Сам сдохну, блядь. Бонзай такой, нет, он меня расстреливает. Гранаты по-любому кого-то убил, или? Да, краб такой, ааа, чипец. Ааа, застрял, блядь. Наказание за то, что флайеры убили. На, меня ворон убил, ясно. В углу забора кто сидел? Да чё он не понимает, ложится надо и всё. Ложится надо, да? Сейчас он полнейший там всех ДВшников вырежет, в спину им зайдёт. На доку пола забора. Ну, слава богу. А в углу, знаете, на КПП. На каком именно? На восточном. На восточном? Самый восточный. Я на западе. Смотрите на... На краба. Меня ворон там прищемило. На обратно его стреляют постоянно. Да я вижу, тело мелькнуло в угол. Я ему раз туда гранату, две штучки. И все, смотрю, он упал. Нормально. Так, кто у нас один чек? Я сижу такой, короче, смотрю, что-то люди бегают, смотрю, форма не наша. Ну, давай бегать, короче. Ладно, сяду обратно. Я опять застрял. А, тут, слышишь, мне что-то тоже говорил Прайс, что у него там это, замуровало его как-то. Ну, красавчик, я там и хотел ведь идти, ведь, а зачем я пошел через? Все так же, как краб, что ли? Он уже не сядет. Я не пошел там вправо, но я не мог ни выйти, ни пересесть, ничего. Ну, вон, как у краба, глянь. Да, как в текстурку натянуло, если он выйти не может. И в нее сесть, потому что там перепрыгать, типа... О, нуб должен двоих видеть. Бинокль. Сейчас он зажмёт их. У нас по триггеру ворон дадит. Ой, сейчас он может. Сломано. Выходит, что две. А чё он не перешагивает? Да чё он... Он пробовал. Ну, он перешагивает. Ну, значит. Видишь, как его затягивают постоянно? Музышка не отпустит. А теперь вниз, что ли? Флайер мстит. Часть да, команды, часть да, корабля. Командир отказывается покидать тонущее судно. Смотри, уже глубже. БМП засасывает. Он может сейчас под бэху провалиться потом. О, уже было. Ну, Виксел, ты же видишь противника. Виксел жив? Да, вон противников видит. Перед ним бегут. Да он разобрать её на форму не может. Блин, сел, заводил его, сволочь. Хьюманная проблема не может. Да нормально. А как он видит, через ёлки что ли Викса должен видеть? О, минус. Кстати, да. Хотя сейчас уже будет. Сейчас уже через ёлки. Там сдался. А что с ним происходит? О, смотри, вообще как-то зажало на месте. Лоу. Он походу... А где он находится? Он где-то муж... Его триггером походу заживал. Что же делать, когда ты расстрелил? С РПГшкой сейчас бегает. Бэй, я тоже не понимаю, откуда по ним стреляет. Вообще смотри не туда. Я бы на него месте попробовал перезить. Физическая сила.
Сейчас Снуп там все зачистит, на. Кто? Ну, полнейший, да. Он уже двоих вам вальнул на угол. Нол. А, и третий убежал. Визор не видит просто противника на капитан. Не, он заметил, он заметил. Откуда ты? Ты лос. Зачем вы там сидели толпой? Вас взяли. Да, можно было уничтожать уже РЛС. Если бы я знал, я тоже хотел ведь север зайти, но я забыл, блядь, я пошел через юг зачем-то. А что, восточную вообще никто не смотрит, что ли? Зачем? Ясно. А я такой просто там марафонный, короче, накручиваю рядом с Хьюманом, с Саблом, короче. Смотрю, короче, прибегаю обратно, смотрю, там уже противник бегает, FPO, нормально. Случился тот редкий глюк, как у меня. Триггер вот отталкивающий, я его попнул, когда тимкил. Это из-за тимкила такое происходит. Ааа, флайер, точно, наказание за флайера. Наказание. А чё, флайера вольнул. Так он теперь вообще внутри бахист. Замуровали демон. Так а чё он не ляжет, он под недой уже оказался. Не доедется анимацию, наверное, сделать. Ай, ну, ну да ты зачем, ну, они же там... О. Не смотрел туда, да? Умер. Нормально. Мог ведь затащить эти. Ну. Трабл, найди шпион, я мой. Я? Нет. Ага. Трабл припоет не попадает. О, ворон сейчас будет, ворон. Видит, перезаходит? Увидел. Ну гранату бы бросил, че он вылазит? А, фикс хэдбак попал. Не, не выйдет. Ворон сзади. Увидел. Подпрыгивающий бэхрет. Слушай. Троупа, бля. Ой-ой-ой. Безысходность. За это. За забор. Он встал за забор. Там пролет можно. Гранату кто бросит? Да можно пулеметом просто. Это да, это старая версия, походу, этого. Ну, отталкивающе. Там вроде как ты убирал этот момент. Ну гранату бросал, чем ждет? Видел. Ворон. Не тупи. Сейчас на эту вылезет на бэх. Ага. Давай сот не туда смотрись. Вот тоже тестурки подрезаны. Попробуй тут. Ну, минус один. Отлично. Все, победили. Нет, войска вышли уничтожены.